И вновь здрасте, друзья. Все любители соревновательного женского КС, рано я с вами попрощался. Еще одна игра на этом канале с моими комментариями. Ну и на этот раз у нас полуфинал нижней сетки. Один из двух. Тим Олсен, Польша, и LGB, Норвегия, уже на живой раунд. Кстати, сыграли, Олсен его выиграли. Ну и, в общем, будут у нас сражаться, начинать на стороне защиты. Матч последнего шанса, пошли в нижней сетке. В общем, таковыми являются в ней абсолютно все. Только лишь две попытки закрепиться и пройти на лан-финал. Ну и LGB, проиграв, сейчас скажу я вам кому. LDLC. После проигрыша LDLC 16-4-16-10. Тут довольно-таки легко соперницы из LDLC расправились с норвежками. Ну и было это на карте Dust2 и Кэш. Отправили их в нижнюю сетку. Было это в полуфинале верхней. А вот немножечко пораньше LGB сюда попали. Нет, вру. Олсен. Немножечко пораньше сюда попали, сразу же из первого тура, проиграв коллективу Heaven, также на двух картах, 16-4-16-2, тут еще более все понятно было, это одна из первых, по-моему, встреч, наверное, вторая, которая была моментально. Ну и потихонечку проходят по нижней этой самой сетке, но после этого BO3 противостояния кому-то все-таки придется турнир покинуть, ну а победителю еще посражаться. Смотрим на пистолетный раунд, первая карта у нас Mirage, это выбор коллектива LGB как раз-таки. Но этот самый пистолетный раунд реализуется потихонечку на точку Б. Правда, с потерей уже двух тиммейтс, ну и что-то как-то подрасклеились. В общем, и до постановки бомбы дело не доходит. Здесь Лолит остается одна, дальняя дистанция с Глока. Две соперницы по двум фронтам ее раскидывают, пытаются стрелять с одной, со второй. Ну, максимум дамага, скажем так, наносят Ворти. Вот дальше ничего сделать уже не смогла. Тут бы, скорее всего, ей бомбу поставить не дали. Единственный приятный для нее момент был это убивать Ворти, а затем уже бороться зигзагом. Но ни того, ни другого. 1-0, Олсен повели. Да, ну и, друзья, параллельно на StarLadder 10 проходит у нас игра, если я ничего не путаю, Millennium против Team Heaven. Там то ли все затянулось, потому что я еще начинал СНГ-дивизион комментировать, а там уже играли, и похоже, что какую-то решающую стадию переходят, ну поэтому... Поэтому смотрим здесь параллельную игру. Немного выбились из расписания. Ну и попытка вскрыть точку Б быстро и... молниеносно заканчивается тем, что равняют шанс свои LGB с Team Olsen, а опорников в точке Б они выбивают. Бомба поставлена, позиции неплохие. Ну, вот есть единственное, что будет гел в спине, которая не идет до последнего. С дальней дистанции добивает каленую. 3 в 2 выбивание, одна. О, они заперты вдвоем за одним этим столбиком в виде угла. Ну и вот здесь максимально сложно будет Мэйти что-то сделать с пистолетом. Да, отдала она быстренько, точнее отдалась быстро ее подруга, а вот дальше уже даже смог не помог. Пришлось собирать информацию, выходя из него. Не понимала, кто, где, сколько. И потерялась. 2-0. Тим Олсен повели. Так, сейчас я вот хочу просто сетку посмотреть, как Олсен и как полячки шли по ней. Попали они в нее раньше, чем норвежки, но вот с кем они играли. Они играли с коллективом Outsiders, но тут... Я вот не понимаю на самом деле, как есть такой мультик замечательный советский, там такая поговорка от капитана: как яхту назовешь, так она и поплывет. Вот зачем называть команду Outsiders? Ну, в принципе, вот выступили, как и назвались на самом-то деле, упали в нижнюю сетку, в нижней сетке как раз-таки тем самым полькам, да, наверное, или полячкам, полькам, отлетели на двух картах 16-6-16-4, то есть и здесь без шансов. Ну и Тим Олсен продолжили свое шествие, как раз таки вот вторая для них встреча в нижней сетке. Пока что у нас развал схождения по яме, Молотов зонировал атаку на две части, разрезал ее как острый нож пирог, и дальше просто-напросто съели всех. И одну часть первую перед Молотовым, и за Молотовым потом добили. 3-0, шутки в сторону, как бы... полурандомный пистолетный раунд, назовем его так, и два антиэк сыграны. Дальше стадия девайсных. Ну вот как дело пойдет, еще раз повторюсь, что Мираж это все-таки выбор коллектива LGB, правда, не повезло им со стороной. Ну и карты в руки, надо показывать свою взросшенную атаку. Опа, первый контакт, ВП. Ну вот правда, что то ли прострелом, то ли в руку куда-то попадает, то ли в ногу, но не добивает Bullet Girl, которая понимает, что в этой дуэли ей...
Не с руки бороться, так как ну, сильно надамаженная, может еще и какая-нибудь поддержка от штурмовика выйти или пистолетом просто дострелят ее и побоялась дальше стреляться, ВПС свое оттягивает, ну, уже на такую мерцающую позицию. А хотя нет, она вообще на Делпа не стоит, на будке. Ну, то есть в дальнюю, на последнюю будет играть. Если все у подруг не срастется, то, скорее всего, попробует засейвить. Тут вопрос в том, будут ли тайминги еще от атаки такие, что удастся засейвить. Будет ли это быстрый доигран раунд или все-таки попытаются до контакта разуметь. Ну, смотрите, как дамаг, дамаг, дамаг. Bullet Girl каленая. Арина тоже сильно потеряла. Потеряли Ворти на миду в попытке посмотреть, что же там на зигзаге. Вот сами приносят Тим Олсен этот раунд своим норвежским соперницам с попыткой агрессивно удивить и не пропустить на мид. Ну, дальше придется уже опорникам отыгрывать. Первая фантазия, она в джангле, и хорошо, и за ней выдвинулась Лолит, которая оказывается, ну, застает свою вот соперницу вне позиции, как будто та вышла из души и не ждала гостей, знаете, а дверь не закрыла. Вот примерно вот такая ситуация была. Ну, я с своей пластой, похуй, я не видим, что падшить в конце. Вот, помните, я вам на предыдущем матче говорил, какая самая общительная нация в OSChat? Польская. И Тим Олсен, это мои слова просто-напросто подтверждают. Общаются, причем на родном языке, естественно. Я думаю, что вряд ли в их коллективе принято на английском разговаривать. Ну и здесь последняя остается Арина. Шансов на выбивание максимально мало. Одно ВП у атаки было, второе засейвили, отобрали у Bullet Girl. Дальше как бы пиши пропал. Но, тем не менее, ведет себя довольно-таки здесь агрессивно. Она пытаясь хотя бы какую-то бегунью вне позиции забрать. Ну, никакой бегуньи ей не отдается. Арина постояла, постояла, посмотрела и уходит по своей сиску. Мне гадаш, цицку? Я не буду. Мы не стыдимся. Я не буду это фиксить, пускай это взлетает. Это лол. Это мы послушаем, это хорошо. Так, ну и смотрим, что будет дальше. Олсен раунд в атаке, свой первый важный для себя девайсный отдают. Ну, денег у них не остается, потому что там, по-моему, были проблемки. Да, у них были проблемки. На пистолетном раунде втроем погибли, в следующем раунде вдвоем. И, ну, так, по восходящей у них, точнее, по нисходящей смерти были. Но, тем не менее, в плюсе они... Короче, пошли у нас контакты на миду. Опять-таки, АВП здесь отдается. Кстати, не ожидала пуша от пистолетов. Ну и подарочная АВП в... яркой упаковки досталось. От такого, кстати, можно раунд раскручивать. Надо здесь единственное пассить либо передать, вот там вот в окно можно перекинуть. Я так понимаю, что это мейн ВВП в окне все-таки стоит. Или доигрывать. Ну, вряд ли пойдут на мид теперь. Да, отпугнули. И собирается у нас звено по точку Б, где фейком является у нас Мэти. Ну, она и должна и топать, вроде и стрелять, но на самом деле пока что на холдах передвигается. Правда, флешечку откинула, показывает свое местоположение. У нее поджим ямы, ее, ну, по информации... ну, короче, деф по информации 100% понимает, что это не точка А, потому что близкое закрывание есть в яме, и была агрессия на ковры. Но, тем не менее, разменивается-то в свою пользу польки. И еще по-прежнему живой калаш, который по-прежнему Ой. Живой, теперь 3 в 3. Смотрите, аккуратно, не вылазят, боятся. ВП напрягает, закрывает пассию. Пассию с маком, который ей мешает работать. Ну, под эту шторку, кстати, двух ее подруг просто-напросто уничтожают. Ничего не смогли сделать. Артиллерийскую подготовку нейтрализовали, а дальше просто устроили темную за смоком, и даже пассия не... Что, отмету? Не поняла. Ну, видите. Морти, да. Может давать инфо, где Сава? Да, говорите, где информация, куда она сыграет. Наш был инфо-жестонку. О, курва. Ну, але не же Ава, я не видим, сколько тебя забила. Ну, короче, пошли на поиски. Бригада большинства выдвинулась. Правда, не совсем бригада большинства. Здесь только лишь одна... одна Ким. На острие. Ну, а в остальном... В остальном, в общем, страшноватенько. Решили даже больше своих девайсов засейвить. Да, чуть-чуть поджали, но на отстрел не играл. А в ВП-пассе оно спряталось как можно дальше в ковры. И, ну, полноценный бай. Смотрим, кому. Кстати, пока что у Дефа это самое ВП не отыгрывает. Его вроде как перекидывают с места на место. Ну, Bullet Girl, вот, давайте. Куда она? Опять-таки, у нее нет респауна в этом раунде. Подруга проскакивает. Так вот, интересно, они действуют. Флешка, флешка, флешка. И... Нет, не будет она играть на дуэли. ВП в миду просто-напросто позицию прохода на шорт будет...
пресекать. Ну и как-то немножко атака обескуражена. Bullet Girl не выходит, ВП голодная, холодная, не с кем ему постреляться. Ну и дальше, в общем, непонятно, где искать невынужденных ошибок, где искать счастье. Пока, в общем, носу не показывают польки. И правильно, в принципе, делать, потому что два раунда из трех, точнее, один раунд из двух, они уже вот такой вот отдали. Когда вроде как бы накалили Bullet Girl, вроде как бы понятно, что там есть контакт в миду и раскидывают смоки, надо совершить агрессию. Тогда два халявных в панике килла будет, но этого не свершилось. Перевернули все в меньшинство, и теперь опять точно такая же ситуация. Правда, теперь в полупозициях, в общем, не решились выходить и не пикали опорно точно. Позицию первую потеряли на коннекторе, тут джангл застрел, и пиздец, вторую тоже. Сори. Сори, действительно. Да, ну и последний, Вася остается. Веселый, Тим Олсен. Не стесняются в выражениях абсолютно. Я думаю, что русскоязычная комьюнити понимает, о чем они разговаривают по большей части. Украиноязычная еще больше понимает, чем русскоязычная. Ну, прикольно. Пару слов-то мы точно с вами знаем. Тех самых важных, без которых на матчмейкинге в соло не проживешь в тиме с поляками. Их знают все. Ладно, смотрим, что будет здесь. Экономика скуксилась у польского коллектива. Теперь им приходится... Они даже решают просто-напросто три армора тяжелых брать. Где эти дамы? Ну, они играют... Ключевые, кстати, позиции. Ну, первая ключевая позиция дается, вторая ключевая позиция задергалась от фантазии. Если бы хотя бы один килл был совершен в яме, то, возможно, бы здесь бы что-то с точки А и получилось на тяжелых арморах. Но моментально и в голову с прочеком получила Арина, и ничем своей команде уже более не поможет. Понимая, какой раунд играют и с какими засадами их оппоненты, норвежки просто-напросто держат поводок длинным и стараются выудить еще одну рыбку из лунки в этот морозный и солнечный день, но вот пока что никто не вылазит. Так же, как были опорники в засадах, так они и сидят. Ну и тут, ты ж знала, где она. Ну, тебе сказали, с Делпана передали инфу. Вышла, не поверила себе, начала крутиться, пистолет не застрелил. 5-7, но ворти не работает. Теперь, на столь дальний дистант. Ну, вот хп оставили мало, а добить-то никто не пришел. Ну и, в общем, можно было из этого раунда раскручивать. Тем более, что это фейк-звено, причем оно шло в преимуществе. То есть, одна мид, 2А. 2А. Можно было убивать и ту, и другую, и выходить на ретейк уже где-то 4 в 2 дефу, несмотря на то, что на пистолетах, но по пути забирает трофейный девайс. А так придется Bullet Girl в следующий раунд носить калашников. И я хочу, говорит Ким, забуститься, но вот не в этот раз. В этот раз Хиджи просто стреляет с сигареты по точке А, и на этом все кончено. На этом все кончено, и переносимся мы в следующий раунд. Я, честно признаюсь, не совсем я смотрел европейского дивизиона встречи. Там пару игр удалось зацепить секретов и... Боже, кого я сегодня смотрел еще? Кого-то еще сегодня в записи смотрел, но этих коллективов там не было, поэтому я вот не совсем знаком, какие тут позиционно сейчас играют дамы. О, режь! Нет. Курва, но! А-ха-ха, лол. Ну да, обидненько, ну бывает, а что? Ну, сама виновата, пошла резать, ну, на таком залетела, конечно. Ну, и здесь у нас деф рассыпается, вроде бы и девайсы были, да, вот теперь до нее доходит понимание, что не совсем то, чего хотели от нее тиммейты, она совершила. Неоправданно агрессию пошла, давайте говорить параллельно, девушка. И отдала, во-первых, точку, отдалась сама, и здесь уже пассия против двоих. Да, они каленые, но у нее ВП, ну, что, надо их мьютить, наверное. Чем дальше в лес, тем толще партизаны у нас, похоже, будет. И чем больше будет Тим Олсен проигрывать, тем больше будет эмоций. Могу посоветовать отличный TeamSpeak сервер вам. Пася. Классно, TeamSpeak пишет чат. Ну, я знаю, что это самое крутое, тем более, что на женском чемпе, поэтому я пока буду терпеть. Ну, слышу у себя в левом ухе их разговоры, ничего не понимаю. И это, конечно, немножечко нервирует. Так, ну и 5-3. LGB. Своя карта, выбранная не ими сторона. Сайдпик, они, напомню, проиграли. Олсены выиграли. Ну и, в общем, показывают зубы. Пока что. Чьи игры интересно смотреть? Вопрос в чату, мужские или женские. Это мне, в принципе, КС интересен. Если игра интересна, не важно. Женские, мужская, то
интересно ее смотреть. Интересные игры, интересно смотреть, я вот так вот отвечу. Тут без разницы, ход, я не знаю, там, африканские черепахи против бенгальских тигров там будут играть, вот. И все равно будет интересно смотреть, если они будут интересно играть, поверьте. Или там тараканы 8-го общежития против комаров 9-й женской общаги. То есть без разницы. Главное, чтобы игра была, тут как бы пол значения не имеет. Да, есть какие-то кардинально важные особенности у мужского и женского КС. И, в общем, чем больше ты смотришь и тот, и другой КС, тем больше ты понимаешь, какие эти особенности. О-ля-ля! Поджим от пасси! Ну все, они просто-напросто уже несутся и пытаются сделать раунд по факту, чтобы он начинался 5 в 3 для них. И вот с какой, наверное, с третьей попытки у них это получилось. Поджим мида с двух сторон не удался. Поджим мида с одной стороны не удался. Поджим ковров в два лица не удался. Ну и на этот раз аж вчетвером пошли на мид. Не, ну втроем вру. То есть одна точно была на Б, одна точно была на А. Ну тут залетела. Ким последняя, и ее позиция известна. Ну и Ким тут дергает судьбу. Причинные места. Не хочет сейвит, хочет стреляться. Никакого урона по живой силе не нанесли в этом раунде норвежки своим оппонентам. Ну и, в общем, пыталась она хотя бы зацепиться за то, чтобы как-то сбить экономику хотя бы одной. Но и этого ей не дали сделать. Пресекли эту агрессию. Шестой раунд так и остается в активе LGB. Ну а четвертый зато летает польком, полячиком. Не знаю, как правильно. Пикбан, друзья. Мираж выбрали LGB. Доздава мы будем смотреть далее. Это выбор Олсен. Ну и третий, если заедет, только Коблстоун. Здесь более-менее внятно, на самом деле. Более-менее похоже на женский КС пик. Правда, опять-таки, Коблстоун третьей карты. Ну и Кэша не будет. Потихонечку от него начинают команды отходить. Уже все его попереиграли. Похоже, что. Ну и с разными результатами. Кто, наверное, выигрывал из верхней сетки, тому и море по колено, какую карту играть. А вот кто проигрывал, уже начинают потихонечку немного другие тренировать, удивлять своих соперниц. И вот мы видели в СНГ сегодня, в открытии СНГ дивизиона Female Stars Championship, что практически закатило. Там вот Коблстоун практически был до идеала подготовлен. Ну, боролись. Дарксайд, но не удалось. 3 в 2 у нас пока что атака. Опять-таки выуживать тех, кто выходит на мид, и это легкие фраги для нее. Были к этому готовы. Немножко более дальние позиции и зарастает. И срастается, точнее. Ворд последняя против двоих. Ну, вот будет ли она пытаться выбивать? Без позиции, оказывается, далеко встречала точку А. Диффуз киты-то есть на руках, на половину хп. И гигантский просто коридор зигзага до... Оу, залетело, хорош. Против ВП теперь будет бороться. Вытянуть на выстрел, а дальше по борту. Куда же ты шифтом против Авика? Ну, может быть, она не знала, что ВП. То есть, возможно, там был бы свитч девайса. Ну, какая-то полуинфа была. Вот... тиммейтов, которые умирали до Ворти, ну, убила лавку, а прочекать себе 300 длинным стрейфом не смогла, или дернуть на выстрел. Выдвинулась просто-напросто на коротком стрейфе, да еще и шифтом, и получила, естественно, в пиксе лед ВП. Сладенькая пришла, то, чего ВП всегда ожидают. Выходите помедленнее, и мы сделаем вам больно. Фух. Карты новые на Кобле. Да, карты новые. Опять вот меня пытает человек в чате. Ладно, смотрим, что будет здесь. Решили, кстати, делать бай, кто во что гораст, у кого хватило на эмочки, а кто остался с арморами, пистолетами и диффузами. Ну, кстати, диффузов даже, мне кажется, чрезмерное количество для вот такого вот. По факту форса закупили Тим Олсен. Рискуют они свалиться в экономическую яму, которая вот за ними бегает просто как собака-попрошайка за булкой хлеба на улице. Ну, действительно, ну куда? Куда вы закупаетесь? В ноль этот закуп. И опять-таки вытягивают их на контакты. Оу, залетело, хорош. Bullet Girl, наконец-таки. Ну, с АВП не шло, так с дигла. Получайте. Я вам денежку принес за квартиру за январь. Вот, спасибо, хорошо, положите на комод. Ну, Bullet Girl. И с дигла, и с эмочки. Неплохо, равняет ситуацию в этом раунде на 3 в 3. И выбивание уже выглядит более очевидным, чем того бы, наверное, хотелось атаки. Позиции у них закрытые, позиции у них близкие, и с ними побороться можно. Пока эта растяжка есть, время теряет у нас деф. Ну, тут, правда, отсмочение идет, зонирование, еще и второй молотов накидывает окно, и примерно понимают, откуда будут выходить, но завтыкали на 300, надо достреливать лавочку, она последняя.
Ну вот последняя преграда была. Надо было быстренько достреливать позицию на форесте, и тогда бы хелпа не успела стянуться. По факту оставались бы 2-1. Атака разрулила, несмотря на то, что первую позицию быстро и без размена потеряли. 8-4. Первая половина за LGB. Чьи игры мужские с топовыми игроками, жесткими клатчами, или женские с не особо знакомыми командами, не предсказуем. Ну, кому что интереснее. Я еще раз повторяю, как бы... прелесть мужского тир-1 КС именно вот в клатчах и прыгание выше головы по каким-то неимоверным шотам. Прямые клатчем 1 в 4. Женский немножечко другой, но это как, знаете, кто-то любит красное вино, а кто-то белое. И то вино. Но на вкус и цвет все фломастеры разные. Есть такая пословица, поговорка, я ее очень люблю и всегда применяю в таких случаях. Так, ну и смотрим, что будет здесь. Лимной раунд, по факту, получается, от польского коллектива. Естественно, они на пистолетах даже не решили просто уже не запирать себя по каким-то пистолетам. Да, Дигл залетает от Bullet Girl. Да, она может себе это позволить. У нее в предыдущем раунде с ним были дела неплохие. В этом тоже неплохие. Еще одна голова хорошая вешается. Причем в микропиксель. Там, по-моему, она, я не знаю, сквозь ухо пирсинг вторую дырку сделала. Еще и пуля в мозг вошла. То есть, ну, неимоверный просто какой-то ловит пиксель. Я бы понял, если бы у нее накручен был прицел на этом Дигле, но Bullet Girl вот... Ё-моё, не покупайте ей АВП по рукам линейкой. Нельзя. Просто с диглом пускай ходит. Зачем вам, мадам, бинокль, если у вас есть дигл? Ну, она не мадам, а пани. Больше паны и пани. Но стрельба действительно шедевральная. Я, конечно, все понимаю. Она мейн АВП, как бы, и аваперы всегда пистолеты тренируют. Но вот такой вот дигл иметь смертоносный, это, конечно, подарок. Чек хороший. Так, нам тут пишут, что Millennium проиграли на параллельном турнире. Друзья, помимо женского КС на Star Ladder 5, естественно, Е-лига. Там сегодня Олаф вернулся. На него, причем, есть возможность посмотреть, потому что не онлайн, игры идут на лайн. Поэтому врубайте два стрима параллельно. Теперь не три, пощадите свой процессор. Но у нас тем временем довольно-таки быстрый топорный выход на точку А. Тем не менее, он реализуется. С вбиванием опорников те сдались. И смоки на втором тайминге заезжают как раз-таки вовремя. Отрезается сиспаун, где две подруги уже пытаются ворваться. Ну и тут Bullet Girl слоняется со своим АВП. Ей не давали по первому моменту работы Цавика, заслонив ее смоком. А теперь тиммейты ничем не могут помочь, потому что, в общем, на открытой ей мишени не выходят. А тиммейты инфу не собирают. Ну, вот теперь только лишь по смертям собирают. Распрей на вторую не заходит. Размен 1 в 1. Ах! Ну и Bullet Girl. Беги! Форест, беги! Нет, она уже оказалась... тут просто на растерзание, пыталась пройти незамеченной в яму с 5-7 на руках. Ну и вот опять Никела с АВП в руках 5-7, дамага максимум, пользы минимум. Тимспик пропал, ну я не знаю. Я ждал сегодня войс-чата от СНГ-коллективов. Ну там... две команды под российскими флагами играли. Но вот наши девушки дисциплинированно общались, видимо, в ТС-очке. Нам ничего не рассказали. Опа! Тут-тру-тут-тру-тут-тру-ту. Открытие, наконец-таки, на миду. Причем не дуэль снайперов, и застрел происходит из скаута. Разменяли на двоих, расписали на двоих. Вот так назовем, правда... неожиданно появляется яма, сплит-атака вырисовывалась, в общем, через мид, но мид прикрыли лавочку, а вот довольно-таки контактно и уверенно выходит у нас яма, и дальше остается последняя, та самая как раз-таки пассия, которая своей команде по факту подарила вначале надежду на то, что будут приятные новости, но остается последняя против соток, и похоже, что даже знают, где она, аккуратно контролят ее мэти, и если бы она погибала, то дальше приходила бы ее подруга в спине, которая бы разменяла. 1-4, первая половина, LGB очень уверенно, и, ну, давайте скажем, что это без шансов, потому что все-таки, несмотря на то, что Team Olsen эту карту не выбирали, но вот так вот играть за деф на Мираже нельзя. Просто нельзя. Был килл на паласе. Да я не про это говорю. Понятно, вот у полик два направления. Они либо
пускают одну с ВП на Пелос, аркадить, у нее ничего не получается, она потом кричит в чат всем известное слово на букву К и на РВА заканчиваешься, и потом говорит сори, либо они все работают по миду. Я просто в том моменте, что наконец-таки по миду первый минус случился именно со стороны дефа, потому что если бы была у нас такая статистика, то ну просто катастрофически отыгран мид коллективом. Тимолс. Ой, Тимолсон. Ну да, Тимолсон. Они же за деф были. Не понимали они, как с ним бороться, и отстоять не могли, и любопытство, не знаю уж, зависящее ли от пола или нет, заставляло их стягиваться и устраивать кровавую баню, там просто кильку в томатном соусе. Ну а с потерей еще Пелоса, Аркадичева, конечно, вообще проблемы были серьезные. Смотрим пистолетный раунд второй половины, пока довольно-таки медленно здесь-здесь, то, ну, смотрите, какой фейк интересно у нас вырисовывается. Зажимание, по факту, будет с двух сторон на точку А. Тут уже агрессирует, идя через коннектор. Одна из польских кейсерш. Да, и смотрите, заставляют в полупозициях деф, ну, в общем... А размены-то идут все в пользу ДФ. ЛЖБ вроде как бы побежали на точку Б, но по пути собрали две головы. Точнее, одну голову собрали на точку Б, одну в полупозицию. Ну, теперь 3-3 на поставленной бомбе. В общем, выбивание выглядит очевидным. Против Глоков дальние позиции. Главное не запираться и просто-напросто держать на расстоянии своих соперниц, вычекивая аккуратно перед этим, где же они все-таки стоят. Двое на джангле, двум по головам. Сестрам по серьгам. Вольком по головам. Тимолсон и пистолетный раунд второй половины также отдают своим соперницам. 12-4 станет счет. Диффуз китов не присутствует, но на последних долях секунды, последние секунды все-таки Ким этот раунд забирает. Как-то Олсен. А вот у кого они выиграли? А, ну они выиграли у Outsiders, все понятно. Ну, то есть, смотрите, Outsiders у нас уже покинули чемпионат. Do You Even тоже его покинули. Millennium проходит дальше. Ну, такое. Do You Even, я там видел мельком игру. Ну, наверное, поинтереснее все-таки играть Team Lonson. Чуть меньше они заслуживают и чуть меньше повезло по сетке. Но, тем не менее, уже две команды покинули чемпионат. И это... Даже три, если учитывать еще Millennium. У нас выход по точку Б. Попытка постановки бомбы в десанте. Но просочиться в бот-керри идущего третий не удалось. Под погибелью своих тиммейтов, пока там их распреивали с МП-7. Патронов хватило на всех. И патронов, похоже, что хватит еще и на последний Bullet Girl, которая даже из апартаментов не выходит. 13-4. Тут развал схождения. В общем, с такими же счетами Team Wolves не считают той самой победы, когда они как раз-таки с таким вот разгромным счетом своих... соперниц из Outsiders выиграли 16-5, 16-4, вот точно с таким же счетом они и в верхней сетке свою первую игру проиграли, и вот по факту полуфинал нижний для них тоже пока не удается. Но мы надеемся, что вторая карта, это будет Dust2, и их выбор как-то немного по-другому сложится, и смогут они хотя бы, если не победу, то борьбу продемонстрировать. На это уже получается последняя надежда. Девайсный раунд, зачем? Какая-то норвежско-польская школа пуша Пелоса и Мида, похоже, что у нас присутствует. Точно таким же делом черным по факту занимались Team Olsen. В первой половине пушили одна Пелос, две Мид. Убирали первую Пелос, затем двух на Миду. И LGB просто-напросто, ну, я не знаю, там, в пересменке их укусили Team Olsen или что, но делают все точно так же и точно так же неудачно решили. Понятно, что не совсем таких, чтобы девайсах сильных они это все дело делали, и деньги по факту у них на следующий раунд ну, какие-то останутся, но еще один FAMAS раунд будет, и плюс запас по выигранным раундам ну, неимоверно большой, но зачем дарить сопернице надежду на то, что она может сделать камбэк, нежели, в общем, втоптать ее в счет в какой-то недоходящий до 10. Тут, в общем, если поверят в себя Олсен, то еще могут и побороться. Ну и денег не хватает, решают не делать никаких невынужденных форсбаев, никаких фумасов, никаких арморных 5-7-ов или диглов. Ну, 5-7-ы присутствуют, но без арморов, опять-таки, была не была, такие раунды я называю, потому что, опять-таки, безыдейно здесь действует. Стандартное довольно-таки, не назвать это укреплением, 2 на точке А, 2 на точке А, 2 на точке Б, ну и саппорт, который по факту пытается угадать в окне. Быстро стянется на Б, если шо, и Б
быстро также точно станет цена, но только вот вопрос состоит в том, будет ли от этого смысл. Тут Хиджи, ну вот тебе бы Пайсей, он как раз таки. Ну она и с Юспань плохо настреливает, голову вешает, достреляла. То есть сначала покоцала по спине, подруга вернулась посмотреть, а что там в окне происходит, и получила по голове. 4 в 3. Есть калашников на руках у Дефа, есть 5-7, и есть понимание, куда же все-таки с бомбой будет, ну как будто бы понимание, куда же все-таки с бомбой будет выходить звено атаки. На самом деле ожидаю точку А, ну а мы все прекрасно видим, что уже тут миграция. Миграция лосося просто происходит, если бы есть норвежский лосось. Ну вот такая вот. Такая вот миграция у нас была. Ну и на этих таймингах LGB теряются. В общем, можно уносить калашника в следующий раунд. Под это дело плюс деньги дадут еще. Это не сторона атаки, на которой за сейф девайсов не дают денег. Здесь и денег дадут, и калашников можно будет скинуть, и АВП прикупить. То есть все плюсы налицо для LGB. И неплохой сейф, в принципе, можно и 5-7 еще от того же самого вайпера, если он будет у LGB в следующем раунде одарить. Ну и не идут, просто на отстрел стоят, на отход... Зигзаг, пути отрезаны, но туда никто не идет. Все сочатся в апартамент, телевизор. А вот как раз таки с этим моментиком не угадали, никого туда не поставили. Хиджи нужен АВП, чем скорее, тем лучше. О, а вот у нас тут Лолит. А кто же нас удивит? А пускай нас удивит Лолит. Я не поэт, но рифмами могу. Лолит и Йоскар. И плюс АВП у Хиджи. Оу, это что-то вот из разряда. Ой, еще и красивый Скар. То есть Лолит не просто так этот Скар взяла. Сайрекс у нее. Я вам скажу, что девайс довольно-таки дорогостоящий. Но это вот кто играет со Скаром, тот меня понимает. Такие, знаете, есть чудные люди. И скины у них чудные. Скар Сайрекс, СГ, ССГ, Сайрекс. 53. Поэтому такое. Ну, видно, что не просто так. То ли скином покрасоваться, то ли действительно с этим девайсом она ее заезжает. Но тут Мэйти не оставляет никаких шансов. Вот, вот я согласен абсолютно. Вот куда, куда ты шла без поддержки? Она завтра так игра. Серьё, курва? Лолита завтра игра. Все, опять эмоции зашкаливают у девочек из Польши. Боже. Вот говорят, а не, стыдно мне. Почему? А и может закрай мы цаш. Добра, апту. Тарунда. Ну прекращайте, ну нельзя так. Ну да, ситуация была неочевидная. Зачем Рифлер идет в коннектор, если его ВП стоит за белым? Абсолютно ему никак не помогает. То есть то ли... заграть на шибко, але только ежели... Не вем цо. То ли вы киньте смог... Может... А может себе я понял, говорите. Чи на аболиш? Не, можемо пойти, але ктось мусі ідеально засмокувати так. Разнос. Я не понимаю, зачем они это делают. Видимо, их оставшиеся живых тиммейты все-таки не слышат этого разговора, но мы-то слышим, что эмоции все-таки плескаются через край. Тем не менее, смотрите, раунд 4 в 3 по факту выруливается в 2-1. И пошли бугагашечки. Но они сами не понимают, как так хорошо на самом деле все случается. Ким последняя у нее. Ну, дуэли каленая Пася, которая открывается первой и отдается. Ну и Арина. Об Арине примерно понятно, где она, то есть дома надо занять по таймингу не успевала, бомба хотя на него стоит, но на всякий случай Ким все-таки эти позиции проверяет. Ну и пошла он на станга вокруг столба. Ой, и выигрывает этот раунд Ким, красава. Можно мьют поставить, ну хотите этого поставлю, не знаю. Давайте, наверное, да, поставим мьют. Все. Закончен бал, погасли свечи. Больше мы с вами польского языка не услышим. К сожалению или к счастью. Ну да ладно. Так, ну и смотрим, что будет здесь. 14-6. На последних пытаются тащить прострелом. Смог! Хиджи! Что творит? Просто, и просто все вот звено зигзага от этого килла. Я не знаю, если бы я его сейчас не выключил, там мы опять бы услышали повторы. То, о чем думают польские кейсерши, точнее, что они думают о своих соперницах. Ну, это просто нотриал.
Просто вот этот выстрел Савика, как бы вроде надо и бежать зигзаг, не обращать внимания на потерю подруги, но такой килл, и там, похоже, такой трехэтажный залетел. И все обернулись и потеряли тайминг, успели на полу из полупозиции превратить на точке Б опоры в позиции и, в общем, просто расстреляли. Никого не запустили. 15-6, первая карта у нас потихонечку подходит к концу. Тут уже и демочка подсказывает, что дела плохи у Олса на Мираже. Ну и девайсов у них нет хороших на этот самый последний раунд против АВП и тяжелых эмок. Они борются с двумя теками и двумя калашами. Ну, уже по факту с одним теком и калашами. Ну, вот дуэли Арине на миду нет, только она выкидывает смачок, и эта самая дуэлянтка у нее появляется. Но, опять-таки, божит хиджит своего АВП, правда... Под размен попадает Мэти, которая смотрит у нас коннектор. Ну и потихоньку точку А открывается. Надо ее. Есть? Нет, смока. Смока нет, а он бы пригодился. Здесь тем более, что стоит ВП. Правда, флешками закидали. Ну и все-таки Хиджи еще один килл сделать не дали. Она пропускает одну соперницу влево, другую направо. Сотый хп, надо ждать подругу. И просто-напросто делать четкое выбивание. У подруги пока что лежит смок, и она ничем помочь не может. И это Хейс. Ну вот Хиджи и сама себе мастер. Сама себя с ВП фраг находит на этом выбивании. Последняя ворти ее зонирует смачком. Теперь уже после молотого. Ну, и хлеб положили, и маслом намазали, и не заходит. Вот теперь достреляла Хиджи. Подругу потеряла, стали друг перед другом. Отличное разыгрывание бомбы на вот такую вот постановку под яму. Правда, ВП частенько в этих моментах промахивается, благо Юспу Хиджи не подвел. 16-6, друзья, первая карта в пользу норвежского коллектива, норвежских девушек. Мы... Уйдем на небольшенькую с вами паузу и уже вернемся на вторую карту. Вторая карта, напоминаю, будет Dust 2. Это выбор польского коллектива. Пока немножечко музыки и далеко не разбегайтесь. Надеемся, что борьба все-таки в полуфинале в матче на выбивание. В полуфинале нижней сетки в матче на выбивание, где одна из команд покинет этот турнир, завяжется.